смотрите канал «Улица Москвы». В втором Ширяевском переулке. Сейчас вот свернули от трамвайной остановки в детский сад. Ну, посмотрим, может быть, в этом же выпуске мы и прогуляемся по улице Малой Олени, которая проходит перпендикулярно. Все-таки мы уже побывали на Большой Оленей, а второй Ширяевский переулочек тут тоже относительно небольшой. Такой здесь вот зеленый этот микрорайончик, который представляет собой территорию парка Сокольники и ее окрестности. Ну, микрорайон, я имею в виду, не жилой. Здесь здания различного назначения, начиная от спортивных центров, заканчивая санаториями, ну и организациями тоже. Здесь они есть. Так, ну вот, второй Ширяевский, там дальше упирается он в забор, мы видели. А вот улица Малая Оленя. Машинка медленно едет. Сначала подумал, что стоит. Но тут учебное движение. Движение здесь такое редкое. Автотранспорта. Удобно обучаться вождению автомобиля. Ну, такие улицы, они, с одной стороны, можно сказать, скучные, вот эти вот, в плане того, что вот их показывать, по ним гулять, потому что, ну, довольно однообразно, парк, лес, деревья. Ну, а с другой стороны, как же тут свежо дышится, и как же тут вот приятно находиться, может быть, не передать это вот через камеру, через видео, но поверьте на слово, это так. Парк Сокольники, легкие Москвы.